предстоящему празднику Международного женского дня тренеры детской юношеской школы номер 4 города Якутска по стрельбе и луку подошли весьма оригинально. В канун праздника они провели турнир среди матерей-воспитанников секции. На огневую линию вышла 21 мама. Все с этим видом спорта знакомятся впервые. Многие до этого не то чтобы стреляли, но и не брали лук в руки. Дети помогали всячески, советовали и поддерживали своих матерей. По итогам турнира безоговорочную победу одержала Светлана Белолюбская. Она набрала 115 очков. На втором месте расположилась Мария Заостровская. На третьей позиции оказалась Ирина Алексеева. Для нас эти соревнования проходят первый раз. Я вообще в первый раз держала дочин лук. У меня дочь здесь занимается. Ну, конечно, первый заход был очень волнительный, да? Ну, много чего мы не знаем и много чего мы не умеем. Конечно, ребенок стоит, переживает, смотрит, хочет, чтобы мама выстрелила прямо в десятку, да? Но, как сказать, тут надеешься только на себя.